Аліна, я рада вас вітати. Дуже приємно вас бачити на цьому феєричному закладі. Я знаю, що ви не тільки супермодель, дуже відома, але й займаєтесь благочинністю. Скажіть, будь ласка, як вам такий екстравагантний, незвичний та, я б сказала, розкутий спосіб збирання коштів? Обычно всі charity івенти, вони такі немножко скучноваті. Лайфбол, мне кажется, это многие люди complain, что это like too much, да? Но мне кажется, это настолько красивый ивент, это настолько все красиво организовано, что люди, как обычные люди могут сюда попасть, да, у которых нет денег, потому что на благотворительные ивенты только как бы богатые люди ходят, да? Это позволено для всех, доступно для всех. Все могут одеться красиво, все могут прийти и почувствовать себя part of something amazing, да? Звичайно, модна індустрія тісно пов'язана з ЛГБТ-людьми. Ви довго звикали? Я природу судити не можу, тому що природа – це не безобразно. Ну, поки вони не роблять це too much all over on people. А що для вас too much? Ну, якщо я почав сексом здесь займатися, ну, це too much. Вони можуть. Да? Ну, звісно. Ви бачили таке? Ну, публічні оргії? Ну, почти, да. Ну, вони такі, вони very open-minded people. В цьому світі, в якому я живу, мне кажется, уже разврату нет предела, поэтому, опять же, я не сужу, но я скажу так, я бы не хотела, чтобы это было на публике, конечно, чтобы все behave, как мы behave, like я с бойфрендом, так же и они, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, это все должно быть элегантно и дисциплинировано, not too much. Но я говорю, я не говорю, что они там на улице прям могли бы это делать, да, я говорю там про ночные клубы, когда они уже веселые, и там, в принципе, детей нет, и это... Ну, it's okay. Я никогда никого не сужу. У каждого своя жизнь, каждый занимается чем хочет. It's all good. Дуже дякую, ви така крута.